хотят перестроить. Боишься? Ну, сейчас это. Ну, останавливайся, иди домой. Больше так нельзя делать. Почему? А ты перестроилась перед рельсами, еще и остановилась практически. То есть человек ехал сзади, ну, по полосе такой едет, там курит, в телефоне сидит. И тут такая машина выскакивает в левый ряд и по тормозам. Понятно. За регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Зачем 20 километров едешь? Разгоняй машину. Так там впереди что? Что впереди? 100 метров от тебя впереди. Там уже грузовик перестроился. Я думаю, мало ли что там. Ну ладно, смотрю дальше. Ты еще медленнее задумалась. Да я ищу перекрестки. Ищешь? Фонарик дать, чтобы светлее было. Не надо. Сейчас будет сужение полосы. От какой сужения? С какой полосы? С этой. Это с тех, кто выезжает с прилегающей территории, они сначала прячутся в кармашек, а потом выезжают. То есть это не для нас знак. Вот видишь, это конец полосы. Боже мой. Поезд с какой стороны стоял? Он стоит. Он стоит. Не было там поезда. Надо смотреть на рельсы лево-право, я тебе уже говорил. Так я смотрела. Взглядом влево. Говно, а надо прям головой, что ли, мотать? Да, чтобы шея хрустела. Да. Шея хрустела. Да, точно. Перекресток это... проехали? Да я не знаю, но нет. Нет? Нет. Тогда едем дальше еще. Не проехали. Проехали. Если ты хочешь перестроиться сейчас, нужно включать что? Поворотник. Вот, включай. Что еще нужно делать? Что? Пытаться выехать. Стоя на месте, ты ничего не сделаешь. Потихонечку. Стой. Такой наглый ты не будь. Жди, чтобы тебя кто-нибудь пропустил. Куда ты едешь? Прямо смотри. Крути влево руль. Поехали. Выравнивай руль. Ну что, ситуация изменилась, что? Так бывает на дороге. Но задача какая с тобой была? Да, на перекрестке развернулась. За регулируемый за перекрестком. За. Но я не встретила еще перекрестка. Не встретила. Ну завтра встретишь. Еще вся жизнь переедет. Уже бы экзамен не сдала. Да знаю, что не сдала. Почему? Больше не развернулась. Да нет, то что руль бросила, во-первых. А-а-а. Перекресток был на ЖД переезде. Это перекресток считается? Разворачивался, конечно. Нет, не сам ЖД переезд, просто там улица. Остановка ДСА. И там перекресток как раз. Включай поворотник, можно разворачивать. Сейчас в Владивосток уедем. Где вы тут разворачиваться? Ну можешь тут. Можно здесь? Ну конечно можно. Давай.
Вот, регулируем. Молодец. Вот заранее никак не определить, что перекресток. Я вот должно быть там больше светофоров, чем, но я их не вижу. Потому что ты не смотришь на них. Ну как не смотрю? Ну смотрю. Я не знаю, куда ты смотришь. Ты даже на рельсы не смотрела по ходу их движения. Будешь ехать? Еду. Вот он перекресток, который мы пересекли. Вот он. Где? Да вот он. Видишь? Ребята справа там будут стоять. Вон светофор будет в сторону круглый, слева посмотри. Видишь? Левее возьми. Что ты посмотрела на левую? Да, посмотрела. И что ж ты там увидела слева? Ничего, нет поезда. Да? Ты автобус слева увидела, который стоял на рельсе. Разгоняй машину.